Сейчас померяю температуру. Я взяла с собой такой градусник. Включаем кнопочку. И к уху подставляем и ждем. Ждем. Ну, пока он запищит. Запищит, и все, и можно уже выключать. И смотреть температуру. Измеряем температуру. Сколько же там будет? Ага, запищал. Ну и сколько тут? А, это не написано здесь. 36,5. Ой, да, 36,5. У меня температура. Все, в Россию меня пускайте. Ну вот я и отправилась в аэропорт Юта. Еду в автобусе в маске, здесь теперь буду в маске. Пока не пустят в Россию. А в России на карантине. Центре Marble Arch, и вот это уже начинается гайд-парк. Какой красивый гайд-парк на закате, и там вон полярная звезда получается горит, или что это. В Лондоне, как всегда, куча полиции постоянно вот так ездит, работает. Ну а я жду свой автобус. Все работают, все куда-то едут. Что-то решать. 23-й это мой автобус, на котором я с Хаммерсмита ездила всегда в центр. Вот такое обозначение бас-стоп, где останавливаются автобусы, и сюда нельзя заезжать обычному транспорту. Ну вот опять работает полиция. Такой вот Парк Лейн эта улица называется. Оживленный райончик. Ну вот идет мой автобус. Все, на этом Лондон заканчивается. Начинается Лютон аэропорт. Дальше Пулково. Если пустят, все в порядке, то скоро увидите мои репортажи о Лондоне. Все, что я успела, куда сходить и что поснимать. Вот мой автобус. Лютон аэропорт. National Express. Сейчас пойду грузиться.
Итак, вот мой автобус Лютон, мы идем. Мой багаж загружается, мы идем в автобус. Сейчас посмотрим, куда сесть. Сюда и сядем. Все, я села, сейчас поедем в аэропорт. Будем надеяться, что взлетим. Ну вот я и приехала в Лондон Лютон аэропорт. Сейчас сдам багаж и буду ждать свой самолет. Надеюсь, мы взлетим. Самолеты взлетают, по крайней мере. Надеюсь, нас пустят в Россию обратно. Да, рейс не отменили. Надо идти на ворота 12-30. Санкт-Петербург, 22-25, летим. Так, что тут написано? Поехали в Россию. Спасибо, что совершаете этот полет с нами. Ну, людей немного, но все равно есть. Регистрируемся на визе. Итак, я зарегистрировалась вот там, где розовеньким написано. Там было Санкт-Петербург. Люди сейчас стоят регистрироваться, а я поехала дальше на security чек. Ну все, я прошла security, теперь можно идти в к своим воротам и ехать домой. Вроде бы как рейс не отменен, все в порядке. Едем на эскалатор. Ну вот, я в duty free. Осталось найти еще tax-free, чтобы оформить мне. В duty free я уже не пойду. Тут Шанель есть. И все остальные. Пока не пойду. Сначала дело надо сделать, потом уже дальше. Starbucks тут. Ну и что там у нас, Санкт-Петербург? Объявили посадку 32-й гейт. 32-е ворота. Это вот сюда. Поехали. Все идут. В основном все русские только сегодня. Летят домой. Остальные уже отлетались. Тут газетки можно прибрать. Ну-ка, что тут дают? Germany. О, отлично. Где-то метро возьмем. China Daily. Time Out. TLC. Ну, China Daily еще возьму. Что там они пишут. Поехали. Интересно. Лондон Лютон аэропорт. И мы все идем. Там еще несколько человек. Самолет. Надеюсь, сегодня улетим. Прямо чувствую себя как в операционной. Такая доктор в маске. Люди сидят, ждут уже. Гейт 31. И вот там 32. Народ летит в Россию. Летим. Народу много летит. Санкт-Петербург. Уже собрались, все стоим, ждем, когда нас пустят. Так, идем в самолет грузиться. На EasyJet мы не полетим, мы полетим на Wizz Air.
нас не встречает. В костюмах химзащиты. Ну все, таможня пошла, теперь за багажом, и можно вызывать такси. Никто не проверял ни температуру, никаких людей в защитных химических костюмах нет. Спокойно пропустили народ из Великобритании. Никаких предупреждений, ничего не сказано о том, что надо сидеть на карантине или еще что-то, но это будем дальше читать и выяснять. Итак, все, идем домой, прилетели, все в порядке. Багаж возьму и на выход. Едем дальше. Итак, сейчас заберем наш багаж. Я уже видела, что мой чемоданчик где-то тут уже заехал обратно. Значит, сейчас выйдет. И поедем. Вот он едет. Мой синенький. Та-дам! Так. Там почему-то очередь выстроилась. Наверное, там наконец-то нас будут проверять на температуру или на багаж. Ладно, поехали, посмотрим. Вот тут почему-то выстроилась очередь. То ли проверяют вес багажа, то ли температуру. Сейчас посмотрим. Ну все, проверили мой багаж и идем на выход. Выход сюда. Сейчас закажем такси и поедем домой. 5 часов утра или 6 уже. Не написано. Поехали домой. Welcome back to Russia.